Александр, вы приехали к нам из Кологрива. Это город в самом сердце России, в Костромской губернии. Что там, особенные методы и искусство резьбы по дереву? Я бы сказал, что я, во-первых, туда приехал из Москвы. Я преподавал здесь в центре ремесел Слави. Ну а потом это как бы захотелось тишины, чтобы спокойно поработать, чтобы можно было обмыслить то, что ты делаешь. Ну, за это время, ну так, чтобы я там прожил 4 года уже, мне удалось восстановить нашу свадебную ложку, семейный оберег, читаемую. То есть ложка, которую можно прочитать от начала до конца. Расскажите сразу, это древние обычаи резать такую ложку. И как вы ее сумели расшифровать? Ну, вот скажем, одна из них, значит, мы все знаем, что ложка издревно считалась оберегом. И как оберег она обозначала чего? Долю и достаток. А что такое доля? Доля – это по-современному судьба. И вот две судьбы, завязанные сакральным узлом, образуют новое древо рода – трехлистник. Почему трехлистник обозначает новое древо рода? Он, она и пошел третий лист, то есть пошло жаботовство. Это как раз обозначение нового древа рода. То есть это не что иное, как семейный оберег. Самое интересное то, что две соединенные ложки не что иное, как символ сердца. Всем, знаешь, что символ сердца на сердце не похож. Но здесь это как спорный вопрос. Кто-то говорит, что он пошел от яйца. Я тоже скажу, что он пошел от яйца. Почему от яйца? Потому что все наши ложки древние имели форму яйца. То есть люди как бы черпали жизнь себе, жизненные силы этой ложкой. Именно поэтому имелась форма яйца. И опять же, скажем, Кощей Бессмертный даже в сказке взять, да? Его жизнь где хранилась? В яйце. Как только яйцо было разбито, жизни не стало. Так что яйцо – это жизнь. И если прочитать уже по другой теории, то есть две жизни, связанные также с сакральным узлом, образуют новые древо рода. В принципе, то же самое. Расскажите, очень трудная техника резьбы здесь. Как это цельный кусок дерева? Можете это немножечко рассказать о технологии? Это с цельного куска дерева, но я бы не сказал, что это очень сложная резьба. Просто, ну, как сказать, нудно идет. Чтобы ее довести именно до того вида, в котором вы ее видите в данный момент, это занимает очень много времени. Сколько примерно? Я скажу так, что вот эта ложка, это где-то больше недели. Смысл в чем заключается? И никто не берется за это. То есть эти ложки я нигде не скрываю, ничего, я их именно публикую, ребята знают многие. Ну попробуют, одну сделают для себя и на больше их не. То есть она в серию не идет, потому что на станке ее сделать невозможно, а вручную слишком долго. А на свадьбу надо было подарить одну или две обрядовых ложки? Одна ложка дарилась, она же, правильно это считается, как не обрядовая ложка, все-таки правильно скажу так, это семейный оберег. И вот этот знак все-таки, это не знак сердца, вот из того, что я там дальше копал, это знак союза, это союз двух сердец. Понимаете? А у нас знак сердца стал. А на самом деле это союз двух сердец. Поэтому достаточно подарка одной ложки, объединенного оберега. Да. А вот такими инструментами вы делаете ложки? Вот что у вас в руках? Ну это просто самая обыкновенная плоская стамеска, овальная стамеска и косяк. Малый косяк, которым это все режется. Вот. Мне бы хотелось здесь просто показать вот здесь виды узлов. Вот это вот узел вечной верности.
Вот это вот узел Лады, узел любви. Вот это вот семейный узел, он выглядит немножко иначе, потому что я его просто стилизовал под сердце. Если бы это была просто так вот веревка, она бы была бы округла. А так как это дерево чисто так вот появилось, у меня возможность сделать ее в виде сердца. Вот. Ну и вот узел неразлучники. Вот. Могу сказать прямо, хит сезона. Всем хочется стать неразлучниками? Ну, говорится как, вот из всех узлов вот этих, те, что мне, значит, удалось обнаружить, которые по смыслу так вот прошли, чтобы ложка осталась читаемой, да, вот, именно больше всех почему-то людям понравился узел неразлучник, и все просят больше вот это, именно вот этот вид ложки. Вы нашли эти узлы где-то в источниках? Да, пришлось как-то как, очень много просмотреть литературу по узлам, по узелковому письму, по вот этим всем переплетениям узловым. Проблема была в чем еще здесь? Почему-то у нас все узлы сейчас стали носить чисто денежный и сексуальный характер на своих названиях. То есть вернуть древние названия было очень большой проблемой. Именно приходилось брать 2-3 источника, чтобы понять хотя бы, а откуда он и что он хотя бы мог раньше предположительно обозначать. Потому что здесь для флирта. Для быстрых денег. Вот как понять, а что за узел? Поэтому без усердия была очень большая проблема. Из каких пород режете ложки? Ну вот это вот у нас идет ольха. Ну а здесь, вот то, что представлено, здесь разные породы идут. Вот это вот у нас вишня, это дуб, это бук. Это груша, это тоже груша. И вот это у нас тоже, по-моему, груша. Очень необычный узел. Ну, он, кажется, понимаете, нечитаемый узел. Вообще-то, кажется, потому, как я смог раскопать, это узел силы. По некоторым источникам он ходит, как Гераклов узел, допустим, есть. А так узел силы просто-напросто. Но, это, в принципе, сила любви тоже может быть, но... Вот как его вписать, чтобы он вписался красиво, я пока еще не понял. И вот такая ложка дарилась на свадьбу, и она становилась символом на всю жизнь. Ее надо было хранить. Она именно, кажется, понимаете, это мы сейчас ее чисто так вот зовем, свадебная ложка. На самом деле это просто семейный оберег, самый настоящий. И вот эти вот символы сердца, да, так называемые, то есть это то, что оставалось от ложки чаще всего, то есть, так как они были деревянными, часто отламывались, да? А, ну, всякое бывало, там, набеги какие-то, еще что-то, люди где-то прятались, укрывались. Получилось так, что вот эти части чаще всего сохранялись. Но именно по смыслу, это именно, как вот мне кажется, это именно обозначает союз двух сердец. То есть, вот он идет, союз двух сердец. То есть это два сердца чисто так вот соединены. Ну, здесь это как, то есть как два сердца, ну как, яйцо в принципе это символ жизни. Вот они, две жизни, два яйца соединены. Любая жизнь это сердце. Это как главный наш орган, который качает все.